Так что лучше мне не злить, я сегодня злой. Никак не отойдешь? Злой сегодня, блин, вот эти, блин, еще. Даже слов нет, как бы объяснить. Не ругался ты с ними, ничего? Нет. Ну, все культурно, ну, как положено. Ё-моё, мне даже стыдно сейчас в таком виде заходить. Блин. Ну, скажешь, с работы шел. Скажешь, что сработали. Привет. Здравствуйте. Ну что, Владимир Иванович, Олег постригаться идет, а мы пошли за кроссовками. Сейчас тебе выберем какие-нибудь педали. Пойдем кофе попьем. А за колесами что, не пойдем? А? Красавчик. А где? Ну, в будкомбинате. Возьмем. Сань, меня видите? Блин, подавился дымом. Идите пока кофе попейте. И как раз я постригу вот сейчас без 10. Что, с нами пойдешь за кроссовками? Да я сюда приду. Пойдем вместе прогуляемся, почему бы и нет. Подождать тебя? Ну там подождите, постоите. Заодно и привет я потом передам одному, который вчера обещал. Хорошо. Давай так. Сейчас. Покурим. Как раз она вот. 5 минут это время не уйдет. И 5 через. Как стричься будешь, Олег? А? Какую стрижку, ну, как, хочешь? Как ты говоришь, под модную? Я говорю? Я же не знаю как. Как ты хотел? Ну, вот такая же, как под полубокс. Тоже. Полубокс? Ну, вот чуб оставить, чтобы чуб был такой вот. Моднявый? Да. И все. На бок? Да. Челочка? И будет? Вот. Челочка, штрих-код. Под эти очки. Сейчас сделаем. Они нормальные. Сейчас сделаем. Челочку скажи, штрих-код мне. Так и не скажи. Челка, штрих-код? Штрих-код. Пусть сделает тебе полубокс. Усы подровняешь сам. А что, может сразу она ей подровняет? Да может и подровняет. Ну, скажи ты ей. Да скажу. Сейчас. Блин, а когда я руки нежные. Ух, блин. Будешь модный парень. Еще, сразу, чтобы потом это. И в Питер еще. И тут и все, везде. Тут ты сам будешь бриться, а тебя брить не будет. Тут я, да, я думаю, у меня машинка есть. Ну, все. Пошли мы, Олег, тогда в Акулу. Давай, подстригайся, приходи, пойдем Владимир Иванович купим. Ну что, скажи. Красавчик. Сейчас скажу, я ей наберу. Здрасте. Иду, Владимир Иванович. Я уже захожу, там время. Давай, не смотри, не опаздывай. Что, все по записи. 52 минуты. 8 минут твоих в запасе, кури и заходи. Ну а мы едем дальше.